Сегодня речь пойдет о магазине, который расположен в центре Москвы, рядом с Большим театром, и название его ЦУМ, Центральный универсальный магазин, который расположен по адресу улица Петровка, дом 2, и расположен он на углу Петровки и Театральной площади. ЦУМ – это семиэтажное здание, построенное в готическом стиле. Это видно, конечно, визуально. История ЦУМа начинается с 1857 года. В то время шотландцы Эндрю Мюр и Арчибальд Мерлис зарегистрировали товарный знак Мюр и Мерлис. А в 1933 году универмаг получил название ЦУМ, Центральный универсальный магазин. И так вот он выглядит сейчас, в настоящее время. Очень красочный, новогодний, праздничный, в красных лентах. В общем-то, выглядит он как красочный подарок. Подарок иностранных брендов, в основном итальянских, дорогих брендов мирового масштаба. Это первый этаж. На первом этаже представлена косметика и парфюмерия всех мировых брендов различных стран. В общем-то, ЦУМ является одним из основных трех центральных магазинов Москвы. ГУМ, ЦУМ и Детский мир – это основные центральные магазины Москвы. В общем-то, 100 лет назад ГУМ, ЦУМ и Детский мир – одни из старейших магазинов Москвы, представляли себя обычные магазины, где на первом этаже продавали продукты, а на остальных этажах одежду, обувь и какие-то промтовары. А сейчас это магазины мировых брендов. Хотя сделаю поправку, Детский мир образовался в 1957 году. А сейчас перейдем непосредственно к ЦУМу. Перейдем к парфюмерии. Например, если взять Chanel, известный бренд, если взять 100 мл мужской аромат, он будет стоить где-то 8500, а женский 100 мл Mademoiselle Coco Chanel, для примера, 12500. Понятно, что цены кусаются, цены не для обычных людей. Цены для людей с достатком, цены, так сказать, для элиты, поэтому нечего удивляться. Хочу сказать, что на первом этаже очень много парфюмерии и косметики, и кроме этого есть украшения различных брендов, естественно, золото, бриллианты. Также есть отдел часов. И также на первом этаже будут сейчас показаны отделы украшения и оборудования дома. Столовой, например, столовые приборы и оформление дома. А вот пока еще идет парфюмерия и косметика. Различные мировые бренды просто на каждом шагу, просто сыпят, как из рога изобилия. Вот, в общем-то, цены везде обозначены сразу, без лишних вопросов, чтобы не доставали продавцов глупыми вопросами. Вот такая шапочка шерстяная, махеровая, стоит 17700 всего лишь, а такая с ушами где-то 29000. Идем дальше и, как я уже говорила ранее, попадаем в интерьеры домашней обстановки. В частности, здесь представлены интерьеры столовой.
А сейчас мы с вами заглянем в отдел солнцезащитных очков. Неважно, что сейчас зима, очки актуальны всегда. И вот, в общем-то, видно модели и цены на них. Цены, естественно, не дешевые. Цены, так сказать, не для простого смертного, так как бренды итальянские, французские и так далее. А вот отдел женских сумочек. И сейчас мы увидим самую лучшую цену года. Самая лучшая цена — 156 тысяч рублей. В общем-то, цены везде сразу же обозначены. Не нужно никуда бегать, кого-то дергать, у кого-то что-то спрашивать. Продавцы здесь не отвлекаются на такие вопросы, все уже обозначено. А вот отдел зимних шапочек, тоже интересный отдел. А вот, например, женская шапочка, писец, стоимость 36 520. А вот мужская шапочка, 30 800 рублей, из серого натурального чебурашки. И в центре ЦУМа есть такая символическая, минималистическая, такая стильная, аккуратная елочка. Внизу, кстати, на первом этаже продают еще технику, телефоны, планшеты и так далее. Ну вот, в общем-то, дальше продолжаются коллекции европейских брендов: Италия, Франция и другие. Цены, в общем-то, везде уже обозначены, как я уже говорила, чтобы не было лишних вопросов, чтобы не дергали лишний раз продавцов. А тем, кому нужно что-то купить, их, в общем-то, цена не интересует. Ну, в общем, вы сами понимаете, что цены все вот в таком духе, не на любой кошелек, поэтому прикидывайте сами. Ну, в общем-то, если вы можете себе позволить, у вас есть такая возможность, приходите, закупайтесь в ЦУМе, обновляйте свои коллекции к Новому году. И ЦУМ ждет вас. А еще не забываем подписываться на мой канал, писать комментарии, пожелания, новогодние поздравления друг другу, ставить лайки. И до следующей встречи, как обычно.